Всем привет, мы продолжаем играть в Gas Station Simulator. У нас новый день. Я тут немножко поработал и также оборудовал себе наконец-таки жилище, где смог немножко отдохнуть. Вон у нас на втором этаже склада. Ну и собственно сегодня будет, скорее всего, такой суматошный день, просто потому что мы будем открывать автобусную станцию. Будут приезжать туристические автобусы, будет масса людей, и посмотрим, что получится из этого. Сколько всего уворуют, где сколько всего натопчут, ну и так далее. Вот, а перед тем, как это все дело открывать, решил вот немножко покататься, вот эти вот собрать песчаные кучи. Возможно, потом будем открывать еще и остановки, ну, вернее, вот эти стоянки, но то уже потом посмотрим. Так, давайте это тоже сейчас высыпем. И приступим к работе. Закупил, короче говоря, все материалы, ну, все. На все деньги, вот так, наверное, будет правильно сказать. Так, все, пускай где-то здесь, наверное, стоит. Или там возле кучи, возможно. Топливо жрет просто невероятно быстро. Я буквально не успеваю его заправлять. Вот, ну, а что мы хотели? Наверное, ему в обед 100 лет уже. Все, пускай тут стоит. Побежали открываться. Открываться, потому что день, ночь, вернее, ну да, ночью можно было отдохнуть, что я и сделал. Но доход мы не получаем. Когда закрыты, только расходы, исключительно расходы. Так, что это? Это нормально. Это я не смогу, наверное, забрать, да? Тут чистенько все, смотрите. Вот тут вот у нас появился такой, не знаю, что тут. Игровые автоматы поставим, скорее всего. Давайте это закрасим, пока клиенты не увидели. О, красиво. Вот я не знаю, когда мы забогатеем. Кредитов пока что у дядюшки не брал, хоть он и настойчиво предлагает. Вот. Но я надеюсь, что все-таки сможем сами как-то разбогатеть. Будем надеяться на это. Заезжайте, люди! Заезжают. Люди заезжают. О, отлично. Один сюда, второй туда. Я посмотрел статистику. И за топливо... Ну, я не знаю, мы немного зарабатываем на топливе. Я думал, что будет больше. Вот, да, я понимаю, что там какой-то перелив у нас был там и так далее, но... По-моему, там что-то было, то ли 700, то ли что-то такое. И 700 мы потратили, а 770 заработали. Ну, вот такие вот заработки тут у нас. Фиговые, я бы даже так сказал. Так, клиент в гараже и клиенты тут. Топчется. Но клиент в гараже обождет, я думаю. А тут вот давайте посмотрим. Обслужим. Страждущих, изголодавшихся. Что там у нас? Поехали.
Я еще толком не проснулся. Едва не бросил туда, не просканировав. А они этого не любят. Так, блин, такие машины прикольные приезжают вообще. Так, кассовый аппарат. Я только собрался было идти. В гараж. Я так думаю, что... Ну да, нам чаевые там какие-то дают, но я думаю, что и на вот этих продуктах тоже там не особо сильно зарабатываем. Так, колеса. Выставить колеса. Play Store. Купленные. Тут у нас нету товаров. А тут я, по-моему, что-то покупал таким. Play Store. Как раз вот два колеса, смотрите. Прям вовремя. Я закупился. Вот я так радовался тому, что у нас много денег дают за ремонты вот эти. Ну, много денег дают, потому что запчасти дорогие. Вот и все. Так, ну, наверное, я взял колесо. Так, кассовый аппарат, там кто-то ждет. Быстрее. Как на Формуле 1. 160. По-моему, шины то ли по 70, то ли по 80. Блин, нужно было уже цены выучить. Это ж мой хлеб. Кстати, дед зачастил тут, видели, без рубашки. А тут его еще и сынок приходит. Это... Это еще что такое? Рыба живая. Так, ну-ка. Давайте зачистим, потому что сейчас будут... Могут, вернее... Куда-то туда, в космос. Как всегда. Так, а тут даже не знаю. Куда-то вот так. Пускай летит. Ночью придется опять мне вкалывать. Чаевые, доллар. Ну, тоже неплохо. Доллар к доллару. Копеечка, копеечка. Полтора. Ну, этот побогаче мужик. Потому-то и полтора. Так, топливо, клиент, топливо. Вы скажете, а когда же остановка? Ну сейчас же вот. Сейчас. Просто буквально сейчас. Заработали денег, значит можем. Так, давайте. Остановочка. Парковка. Туалет. Нам хватает пока что. Хватает. Бензозаправка. А вот это вот надо. Купить.
Давайте что ли сбегаем, посмотрим. Так, новая почта там, да, хорошо. О, это остановка, что ли? Да я ж её только этот... Как она такая могла быть? Не хотят брать вот это. Не берется. Но выглядит она, конечно, такая затрапезная, что просто капец какой-то. Я даже не рассчитывал на... Что такую построят. Ладно, она там и была, наверное. Ну, в гараже, да, я думал, полицейский не присмотрел. Приходил, наверное, за соленым попкорном, а нету у меня. Может быть, за солеными орешками и пивом. Не торгую я пивом. Пока что лицензии не дали мне. Вот получить лицензию, я недавно смотрел на ютубе. Наш соотечественник поехал в Америку и там открыл кафе, кофе продавать. И говорит, что построили за полгода, все быстро сделали. Но получить лицензию от федеральной службы было 10 месяцев. Вот. Но, говорит, ничего нет невозможного. Это не коррупция, это просто чиновники так работают, и все. Вот, никому-то там не нужно было на лапу давать там и так далее. Все возможно, просто не быстро это все делается. Туристы, нифига себе, смотрите. Ого, так у меня товаров столько нету. Люди. А тому что-то не нравится, грязно. Ну так нефиг было этот, наносить песок. Да ты шутишь. $27. Ой, $2.5 дал. Всегда мечтал поработать на кассе, как в магазин заходишь, смотришь, как она нажимает, конвейер едет, так интересно. Ну вот. Пожалуйте. Веселая компания. Да. Ну так вы ж надышали. Конечно же, horrible. А, ну в туалете там тоже, да, и надышали, и нагадили, наверное. Уберем сейчас. У меня ж только две руки, ты ж видишь. Вот, наконец-то нормальные клиенты пришли, смотрите. А, это я ошибся. Тут еще. Заедает. Не, нормально. Не, не пошло. Да я понял, понял. Хватит. Хватит этот. Horrible, horrible. Вот тебе. Вот так вот. Туристы приезжают. Так, там еще дядька звонит.
Ух, все. Что там еще в гараже кто-то? И новая почта пришла, и дядька звонит. Капец, не знаешь просто куда бежать. Разорваться буквально. Нам нужен еще один помощник. Правда, платить непонятно чем ему. Тут едва хватает себе заработать на снэк на какой-нибудь. Колесо. Два колеса. У меня всего три колеса осталось. Может взять такие кредиты. Семь пятниц на неделе, короче. Вот, потому что нам придется сейчас не только покупать в гараж, но также придется и закупать продукты, которые все разобрали буквально. И запас у нас, смотрите, тоже там 30 литров осталось всего. Теряет терпение уже, слышу. Как прошло время? Не затоптали, нет, которые выходили из автобуса. Между пассажирским автобусом и Армагеддоном есть небольшая разница. О, давай, инвестиция в помощь. О, начальником, это хорошо. Давай. Еще кому-то там что-то рассказывают, я уже побежал. Что тут у них, что им так не понравилось в туалете? Вы тут чуть-чуть потоптались. Тут туалета нету. Туалет есть, но его нету, да? Эш, ну и что? Да тут чисто, красиво. Вот да, придется буквально на коленках это все выметать, вышкребать. Черепов нанесли. Особенно меня, конечно, удивила живая рыба среди пустыни. Это нужно было как-то ее доставить сюда. Прикол такой. Купите первый трейлер. И прицеп можно купить в вкладке «Работник» в разделе «Прицепы». Что бы это могло значить, мы сейчас с вами будем узнавать. Все чисто, красиво. Я даже не предполагал. Я думал, сквозь него пролетит. Вот как мы проходим сквозь него. Он еще показал, говорит, я тебе дам. Так, топливо. Ну, на последнюю машину должно хватить, по идее. Да, хватит. Thank you very much. Jeez.
Полицейские так скупо как-то берут. Да, немного. Ух, так, давайте выложим Лейсол. Тоже все выложим. Да, я знаю, что там надо красиво как-то выкладывать. Вот тут вот мы красиво выложим сейчас все. Такое впечатление, что сюда приезжают исключительно для того, чтобы мусор выбросить. И не, конечно, классно, что не в пустыню где-то выбрасывают, а мусорку. Так, давайте. Давайте закажем, да. Это все прекрасно. Топливо нам надо. Топливо, кстати, у нас же улучшение, да. Теперь мы можем по 200 литров. У нас улучшение, поэтому можем немножко добавлять. Уже не по 100. Не так часто будет приезжать машина. Это приятно. Так, и... скорее всего, с туалетами тут все-таки нужно будет их расширить. Трейлеры. Купить за 249. Ага, там наши работники будут проживать. Купили. Прекрасно. Нанять. О, да тут даже, смотрите, разные у нас бывают, да? Европейский чужеземец. Работал в Америке. Нужна работа. Не может без контракта продолжить. Так. Но прочитать мы не можем, где он там работал. Так, хорошо, а ты кто такая? Недавно закончила школу красы, красоты. В общем, стажировки нету, стилистом не может она пойти работать. Трудно судить о том, как она вообще будет тут работать. Заправка, заправка, уборка, кассовый аппарат. Ну давайте, на кассовом аппарате хоть работать будет, да? Ну давай, где ты там? Работай. На кассовом аппарате. Хоть немножко нас может как-то разгрузит. Так, что там? Может быть, там как-то их нужно... Упала. Будет недовольный теперь клиент. То упало, то пропало. Ну хоть денег, да, сдаст. Вот это я нанял бы, смотрите. А то прям такая красота, что... на ногах не устоишь, как увидишь. Хорошо. Так, топливо. Наверное, она тоже пока приедет, да? Пока заселится. А вы тоже ничего так. Какая-то бита или что-то такое. Пистой, придется мне делать субботник. Вау, high score 3099.
Это был суперский бросок. Так, клиент в гараже и потом новую почту. Прочтем, как нанять или как там, наверное, указать. Мэм, ничего так, это... Зашло. Одно колесо, нам повезло. Одно колесо и два зеркала. Где, которое тут? Это, с виду, вроде как, ничего. Так, зеркала. Смотрелась, наверное, в одно зеркало, побила. Это не зеркало кривое. Второе то же самое, не такое зеркало. Поставь мне хорошее, потому что я в этих зеркалах плохо выгляжу. На тебе, хорошие, чистенькие. Блин, да вы, да, блин, да вы задолбали. Давай. О, даже руку пожал, видите, как нужно с клиентами. Мадам. Получите, распишитесь. Так, фух, наконец-таки давайте хоть доберемся до компа. Что тут у нас по почте? У-у-у, да тут почты. Давайте это почитаем. Так, почитал. Чтобы их нанять, нужно просто к нему обратиться. Или через комп, через его личный файл. Сейчас будем пробовать. Так, ну давайте сбегаем, посмотрим, как там обжилась наша новая работница. Где-то я тут видел. А где? Где-то... А, вот он трейлер. Ну, почти рядом с нами, смотрите. Мадам Шарлотт. Курите. Список заданий. Торговля на кассе. У нее там два, да? Навык два. Так пускай работает. Я, по-моему, уже вызывал, не? По-моему, вызывал мусорку. Мусором уже буквально завалились. Так, клиент гаражей и топливо. Сейчас по-быстрому. Так, доставка. Мусор. Ну-ка, мадам, я хочу посмотреть, как мадам будет обслуживать клиентов. Работает, ты смотри. Восемь часов будет работать, видите? Таймер не будет работать. Зарплата уже $4 заработала. Блин, я б так зарабатывал, когда обслуживаю все. Так, приехал клиент. А толку с того? У нас нету ничего почти. Давайте хоть чего-нибудь купим, что ли. Лучше всего. Так, нам нужно как минимум 4 колеса, 4 зеркала и ручки 2 вот этих. Ну, интересно, что ему надо. Я надеюсь, что не колеса.
Колеса вроде бы как, смотрите, да? В нормальном состоянии. Нет, одно колесо и зеркало. Но тебе не повезло, придется ждать. Зеркало я, конечно, поменяю. Вот, ну а дальше просто обожди чуть-чуть. Так, это мусор у нас вывезли. Хорошо. Интересно, как она справится, когда будет наплыв опять туристов. Все чисто. Нарисовал, смотрите. Но это хоть красиво. Это ж хоть не этот. $30 заработала. Ни за что. Когда он только успевает прибегать и рисовать. Но я могу сказать, что его графические способности улучшаются. До каких-то страшных таких человечков рисовал, то теперь уже хоть что-то смотреть. А этого не буду менять, это красиво. Так, что там в гараже? Топливо и новая почта. И тут у нас... Так, сюда я не выйду. Ну, хоть кассу разгрузили, да? Ночью-то все равно нам придется. Но кассу хоть чуть-чуть разгрузили. Какая красота. Так, где там машина? Приехала. Еще 3 часа поработать нашему работнику. Кстати, я на гитарке немножко этот полобал, поиграл. Но пока так, себе нету особых таких навыков, знаете. Поэтому нечего показать. Так, побежали, иначе клиент потеряет всякое терпение. Ты тут не уснул. Place all. Все. А где какое колесо вон то? Так, хорошо. А тут как работается? Как тебе, нормально? О, я могу поразговаривать, что ли? А, нет, не особо. Оплата, то все. Я могу даже заплатить прямо сейчас. Премию! $60. Да. Даже не знаю. Такой дороговизной. Наверное, лучше самостоятельно будет работать. Иначе обанкрочусь я очень быстро.
Интересно будет посмотреть, прокачала она свое умение или нет. А видите, когда у нее, то мне не ставят. Да, вот эти лайки не это. Не ставят моему заведению. Тетка, да и тетка. Стоит себе что-то там. Ладно. Давайте, наверное, сколько ты там? 25. 20 минут еще. Она поработает и все. И пойдет. 10. Сделали бы, да, чтобы можно было о чем-то там поговорить. А поговорить. Все. А, так это я что? Дальше ей надо говорить, чтобы она пошла, что ли? Отдыхать? Звильниты. Ну, это ж, наверное, полностью вообще. Нам, ну ладно. Вам тоже. Ну что, друзья, наверное, я на этом буду с вами прощаться. Встретимся в следующей части. Попытаюсь сейчас поговорить с Шарлоттой. Узнать, что да как. Как ей первый день работы, сэр. И будем дальше продолжать. Всем пока.